Химках прошел совет депутатов. Одним из докладов стал вопрос об исполнении бюджета округа за 2016 год. Он был исполнен на 83%. Также народные избранники обсудили социальную поддержку детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Согласно закону, сегодня им предоставляется единовременная выплата на улучшение жилищных условий. Сумма не превышает 54 тысяч рублей. Власти считают такую помощь незначительной. В настоящее время на территории городского округа Химки проживает 50 семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, страдающие органическим поражением центральной нервной системы со стойким тяжелым нарушением функций конечностей и органов. В документе новые условия предоставления социально оборудованных жилых помещений детям-инвалидам. Законотворцы единогласно проголосовали за утверждение проекта.